великий путешественник по имени Мюнхгаузен. Я самый честный человек на всем белом свете. Ребята, вы мне верите? А? Ну что же, вы сами во всем убедитесь. Стоит лишь вам отправиться со мной в кругосветное путешествие. Я писатель. Я хочу написать про вас книжку. Скажите, пожалуйста, куда вы отправляетесь? О, куда только я не отправляюсь. Но книжку, книжку ты напишешь по дороге. Поехали со мной. Вот, ребята не хотят. Я тоже не хочу. Я боюсь путешествий. Посмотрите на него. Он боится путешествий. Ну-ка, оставайся дома. А вы, вернее я, отправляюсь вперед. В далекую, снежную Москву. О, хорошо, хорошо. И счастливого вам пути. Ребята, нам пожелали счастливого пути. Значит, путь наш правда будет веселый и радостный. Итак, Москву! 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 Что такое? Как? Вставать? О, уже? Что? О, спасибо, ребята. Чуть не проспал все путешествие. А это что за удивительный дворец? Или нет? Это какой-то, по-моему, это какой-то храм? Или надо спросить обязательно у местных жителей? О, кажется, кто-то сюда идет. Ай, покупайте, купички горячие, сечки колёки, покупайте. О, скажите, пожалуйста, мадам, куда я попал? Парень заплутал, сам не знал, куда попал. Дайте, мадам. Слушай, что ты тут делаешь-то на Красной площади? Где? Где? Василий Блажен, Лукой Душной, пойдем-ка на тот конец площади, там чуть попродаем. Пойдем, может, что купят? А может, ничего не купят. Ай-ка-кай, погодяй, вперед! Что такое? Никакие такси, я могу упасть. Ай, караул, подаю! Фу, этот бешеный волк схватил мою шубу и унес в своих зубах. А тут в Петербурге признаться зимой прохладновато. Надо срочно придумать, что мне такое одеть на себя. Эй, Марин! Смотри, где подошел! Шубейка! Не твоя часа будет, а? О, верно, это моя шуба. А где его достал? Ой, Силыч, да вам сколько! Девать некуда! Приключений хожу ищу. Вот, у волка вырвал. А это, без меня? Ты не конца. Ты смеешь со мной драться? И тебе сейчас... Что такое? Ребята, я все понял. Это шуба бешеная. Ее укусил бешеный волк, и она взбесилась. Помогите! На помощь! Бешеная шуба! Что такое? Кто звать на помощь? Я самый меткий стрелок во всем мире. Робин Гуд. О, пожалуйста, пристрелите эту шубу. Она взбесилась. О, нет, ничего проще. Раз, два, три. Бабах! Ага, ну вот и все. О, как мне вас отблагодарить, а? Возьмите меня с собой в это путешествие. О, безусловно, конечно, меткий стрелок. Ду-ду-ду! Нет, надо погромче. Ду-ду-ду! Смотрите-ка, сегодня так холодно, что звуки замерзли и превратились в ледяные фигурки. На кого похожи эти фигуры, ребята? Верно, совершенно верно. Давайте погромче подудим. Ду-ду-ду! А это еще что такое? Олень! Верно, это северный олень. Так, ну тогда со всей силы подудим. Три, четыре! Ду-ду-ду! Ух ты! Это же чудо-юдо рыбаки! Это верный знак! Проглотить!
Фу ты! Ребята, этот кит все-таки проглотил наш корабль! Но это не наш корабль! Так, кого-то еще проглотил этот несносный кит! Эгэгэй! Кто там на корабле? Отзовитесь, есть живые или нет! Мы пираты! Ой. Нас тут давно уже, целый год назад! Проглотил этот проклятый кит! Да? А как же он вас-то проглотил? Так, мы были очень жадными и нападали на все корабли подряд. А однажды ночью крикнули и напали на кита. Вот он нас проглотил. Но ведь надо же обязательно найти выход из положения. Ведь из каждого из выходного положения есть свой выход. Парень еще что за девочка? Это не просто девочка, это моя внучка, пиратка, такая хулиганка. О, я лучше пойду. А это еще что за дядька? Я не дядька, я барон Мюнхгаузен. Как ты смеешь так говорить со старшими? Ты подумаешь, как хочу, так и говорю. Ребята, вы так же разговариваете со взрослыми, а? Кто так разговаривает, непременно вырастет такими же страшными, злыми и жестокими пиратами, да, еще забыл сказать, жадными, как вот эти пираты. Это кто еще тут жадный и злой, а? Это что еще? Мы сейчас тебя грабить будем. Не надо меня грабить, а лучше позовите капитана, и мы вместе придумаем, как выбраться отсюда на свободу. Капитана? Капитана я звать не буду. Вот это страшный, он спит. А когда он проснется и с него разбудишь, он громко кричит. Но мы никого не боимся. Ребята, давайте вместе крикнем капитана. 3, 4. Капитан! Капитан, капитан, в чем дело, тысячи наглых караканец? Это что, капитан? А что, разве не похож? Похож. Скажите, пожалуйста, как отсюда выбраться? Не знаю. Мы четвером думали, ничего не придумали. Придется тут сидеть всю жизнь и куковать вот так. Мы не будем здесь куковать. О, мне пришла мысль. Надо подождать, когда кит откроет свою пасть и выскочить в этот момент наружу. А как ты узнаешь, когда он ее открывает? Тут же темно. Но ведь надо прислушаться. У кого из вас самый чуткий слух? У нас есть один индейц, мы его взяли в плен. Сейчас его позову. Он все видит и все слышит. Приветствую вас. Я, индейец Чингачгук Большое Ухо. Сейчас я прислушаюсь. Слышь, я слышу. Кит открывает свою огромную пасть. Быстрее занимайте места, то мы без вас уплывем. Да-да, они могут, они же пираты. Как? Да-да, я знаю, я тоже занял свое удобное место. Приготовились? Раз! Приветствую вас! Я самый богатый в мире турецкий султан. Ой, у меня столько денег, по мне не крию. Ой, а сколько сладостей, за год все не распробуешь. Вот я сижу, чай пью и все пробую. Низкий вам поклон, пол самый богатый турецкий султан. Разрешите мне остановиться у вас на парочку дней. Конечно, останавливайся, дорогой. Я не только самый богатый в мире, я еще и самый гостеприимный. Вот, иди попробуй. Это самый сладкий в мире щербет. Самый сладкий в мире? Сейчас попробую. Ну да, он очень-очень вкусный, но не самый сладкий в мире. Я пробовал гораздо сладше во дворце у китайского императора всего год тому назад. Не может этого быть! Ты обманываешь меня? У меня все самое сладкое в мире! А вот и нет. Я даже могу вам дать попробовать. И как это будет происходить? Как? Мой скороход ровно через час принесет вам этот самый напиток, и вы попробуете, и скажете свое мнение. За час от Китая до Турции довезет невозможно. А я говорю, что возможно. Я говорю, что нет. Я говорю, что да. Я говорю, что нет. Давай спорить.
Ну, давай. Так, я предлагаю такие условия. Значит так, если он успевает добежать, тогда я дам тебе столько золота, сколько может унести один человек. А если не успеет, голову тебе отрублю. Ну что же, ребята, вы слышали его условия? Я согласен. Эй, Скороход, иди скорей сюда! Что? Что случилось? Что такое? Зачем меня зовут? Скорее беги в Китай и принеси от китайского императора тот самый напиток, который я пробовал у него год назад. Хорошо, за полчаса! Никак до Китая добраться не могу. Куда же я попал-то? Спрошу, скажите, где я нахожусь? Что тебе нужно? Мне нужно в Китай. О, ты находишься прямо в Китае. О, так ты китаец. Ты китайца. О, замечательно. Скажите, где находится ваш император? А зачем он тебе нужен, а? Как зачем? Мне, меня послал к нему барон Мюнхгаузен. Эй, не знаю, кто такая барона Мюнхгаузена. Пойдем, я тебе покажу дорогу. Пойдем скорее, показывай, о, добрый китаец! Приветствую вас! Я самый великий в мире китайский император, великий маг и волшебник. Раз, два, три. Мой золотой соловей. Ой, о, великий китайский император, там от вам пришел какой-то скороход. Какой скороход? Его послал какая-то барон Мюнхгаузена. Барон Мюнхгаузен, это же мой самый лучший друг. Скорее, зови его сюда. Эй, хорошо, сейчас, подожди немножко. Обнимай. Сейчас. Не получается. Надо позвать моего силача его. Да. Это он его напрошу вызывать. У меня самый сильный богатырь мира поднять не могли. Даже чин приходил поднять не мог. А тут такой приман придет. Убор. Ой, чего он там будет поднимать-то? Ребят, чего поднимать-то? Вот это что ли? Да. Ну, чего? Ой, сейчас попробую. А что он такой легкий-то? Надо что-нибудь еще прихватить. Так, вот эта штука тоже интересная. Возьму, пригодится. Ты куда потащил, да? И ты интересный, я тоже возьму. Пригодишься. И чур меня, чур. Ой, ладно, пойду я, некуда мне. Ай, проклятый барон Мюнхгаузен, всего меня разорил. Теперь я самый нищий турецкий солдат на свете. Так чашечку оставил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Фу. Неужели вы правда на Луне? Да, я таких гор у нас что-то не припомню. Ну-ка подойду и посмотрю поближе. Или собачек таких тоже что-то не припомню. А ты, мальчик, помнишь, что ли, таких собачек, а? Да. Интересно, где ты мог увидеть? И птичек таких ты видел, а? Так значит, ты марсианин. Что такое? Кто призвал к нам в гости? Лунатик, что ли? Да, мы лунатики, а вы что? А я, барон Мюнхгаузен, я прилетел к вам с земли, и мне очень интересно, что тут происходит. Ух ты, оставайте сюда, расскажите нам свои истории, а то нам тут так скучно. Вы не можете, я не могу. Вы мне должны вязать книжку. Я должен вернуться домой. Но мы с вами непременно еще встретимся. Ой, жалко. Ну ладно, я позову моих друзей, а то мы никто не поедем. Эй, друзья, друзья, заходите. Нам близки гости. Гости земли. Ой, какие гости? С какой земли? Где они? Точно гости? Гости земли. О, сколько костей собралось! Какие
они смешные и страшные. Ничего-ничего, вы тоже не лучшие. А по-моему, я очень даже красивый. Что случилось? Какая новость, какая замечательная. У нас гость. Пожалуйста, доставьте меня домой. А я вас всех приглашаю к себе в гости, когда у вас будет свободное время. Хорошо, садитесь на меня, я довезу вас домой. Я думал, будет веселее. И надо будет обязательно прийти к нему в гости, коли уж он нас всех приглашал. Ну скажите же вы, что это была правда. Послушайте, к вам в гости пришли китайский император и турецкий султан за своим павлином. Что им сказать? О, скажите, чтобы остановились у меня в гостиной. Мы скоро к ним придем. О, хорошо, так я и скажу. Ну ладно, положим, да, это все правда. Мы были в Турции, мы были в Китае. Но чтобы быть на Луне, такого быть просто не мог. Ой! Послушайте, мы летели во гости. Куда там прийти? О, пожалуйста, в гостиную. Мы скоро к вам ко всем придем. Хорошо. Нет, этого же не может быть. Может, потому что у нас с ребятами есть фантазия. Мы умеем придумывать. И читаем интересные книжки. Ребята, почаще фантазируйте, придумывайте разные истории. Читайте приключения. Из вас вырастет такой же великий писатель или путешественник, как я. Барон Мюнхгаузен, разрешите откланяться? Пойдемте на жил в гости. Да-да, пойдемте, 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 пойдемте. Ну вот, ребята, закончился наш спектакль. Вот, в целом хорошо посмотрели, молодцы, кто-то мне очень сильно мешал. Но ладно, вы тогда исправитесь, да, ребята? Да. Так, ну вот, спасибо за внимание, ребята, ждем вас на новых спектаклях. До свидания.